Сбежать из этой чашки, я умру. Теперь я раб в этой миске. Жестоко. Теперь я понимаю, почему чувствовал твою тоску. Это еще что? Со временем старая жизнь забылась. И только иногда мне снилось, что я снова могу летать. Хотя что толку от снов? От этих снов нет толку. Не волнуйся, Рулит. Я пока не знаю, когда и как, но я помогу тебе. Ну, конечно, устрани веселую вечеринку. Рен! Я нашла его! Цветок жизни! В это трудно поверить, но только пыльца с лепестков этого цветка способна вылечить практически любую болезнь, помочь любому. Может, вернем крылья этому грубияну? Я был уверен, что мы оставим проводника. Извини, Айрус, но Рулит останется с нами. Я, наверное, ослышался. Ты же пошутил, скажи, Рен. Никаких шуток. Я ни за что не верну Рулида в застенки с Логана. Ты серьезно? Ух ты! Так тебе мало того, что он нам устраивал? Биотоки Рулида усиливаются, а не близко. Очень близко. Я вам все объясню, когда мы вернемся. Он похож на остальные крылья. И я это заберу, а мы вот. Дай мне только добраться до тебя, Слоган, и я заставлю тебя вернуть всем мутантам прежний вид. Сильные слова, парень, и твои последние. О! О нет, энергетические присоски. Все в порядке, Рен. Я должен остановить Слогана. Извините, что оставляю вас, но мне надо доставить цветок. Не так быстро. Это моё! Я заберу цветок, предатель. Пират, возьми лучше. Скорее на помощь! Он совсем ослабел! Биораствор! Только он ему поможет. Что произошло? С тобой все будет в порядке. Но как насчет нашего проводника? О, Рулит, нет! Он тебе не понадобится. Все, я убегаю! Мне так жаль, Рулит. По крайней мере, ты дал мне надежду. Хотя бы на время. Я принес, бог мой. Что же случилось? Скорее, я должен попробовать. Испытаем, насколько всемогущ этот цветок. Но сокровище. Но ведь без этого цветка, как мы справимся с чудовищем? Не знаю, Тюла. Уверен ли, что должен попробовать? Чангуланго! Он не вернулся! И я, это снова я! Опять правитель плов разбушевался. Это Голкин, идиот! Тысячи чертей! Какие-то крылатые твари пытаются отнять сокровище у Голкина! Лофу это не понравится. Что не понравится, Кратос? Привет, ребята. Ты? Спасибо, что постерегли корабль. Смотрите, хозяин Лоф, вон идет биоконструктор. Это уже не биоконструктор. Это корм для рыб. Спасибо, Нидлер. И тебе тоже, Рулит. Не стоит благодарности. Никто до тебя хорошо ко мне не относился. Я не забуду этого.